На протяжении тысячелетий золото не теряет своей ценности и остается одним из самых популярных и изысканных украшений. Неудивительно, что и в косметологии это драгоценный металл на лидирующих позициях. Впервые на полезные свойства золота обратили внимание на Востоке. Оно не токсично, повышает сопротивляемость организма, стимулирует нервную систему. Ну а в сочетании с пептидами шелка и экстрактами целебных растений способствует быстрой регенерации, разглаживает морщины и сохраняет кожу упругой. Драгоценная процедура известна под названием Gold Spa Therapy. Она включает в себя два активных ингредиента. Это маска для обертывания на основе морских золотых водорослей и золотой нектар для массажа. Тем самым мы решаем проблемы предупреждения старения, омоложения кожи, придавая коже упругость, сияние, бархатистость. По стоимости процедура с использованием золота не уступает изделиям из этого металла. За золотое мерцание кожи придется отдать от 2 до 4 тысяч рублей. Эта косметика относится к линии «Привилеж», поэтому немногие клиенты имеют такую возможность, но в летний период она пользуется большим спросом, так как после нанесения этих средств остаются красивые золотые отблески, и это очень эффектно смотрится в вечернее время с красивыми нарядами и является таким подиумным вариантом. Обнаружить частицы драгоценного металла можно и в декоративной косметике. 24 карата. Для макияжа используют золото высшей пробы. Это база под макияж. Если посмотреть, то золото видно. При попадании геля на кожу частички растворяются. Очень хорошо укрепляют макияж, а также придают лицу свечение. И эффект будет создаваться, эффект свежести лица. Не только снаружи, но и изнутри. Добавление пищевого золота усиливает антиоксидантные свойства, а также является незаменимым для очищения организма. После его употребления происходит улучшение работы всех внутренних органов, в особенности печени, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Говорят, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Однако, учитывая все полезные свойства золота, с этим утверждением можно поспорить. Благородный металл позволяет сохранить красоту и молодость, а это для представительниц слабого пола бесценно.